Размер прожиточного минимума вырастет в Беларуси с начала следующего месяца. В среднем на душу населения 262 рубля 87 копеек. При этом пропорционально изменятся различные надбавки и повышения, а также пенсии и пособия семьям, которые воспитывают детей. Установленные с 1 февраля новые размеры бюджета будут действовать до 30 апреля. Geely представил новый бюджетный хэтчбэк – упор на отечественный рынок. Прошлый год позволил заводу увеличить присутствие на нем вдвое. Каждый пятый проданный автомобиль в стране – Geely. Стратегия – расти и дальше. Автомобиль может прижиться не хуже предшественника – это Coolray. Если на городской кроссовер будет повышенный спрос, наладят производство по полному циклу. Белорусские парламентарии обсудили расширение господдержки семей с детьми и увеличение рождаемости. За последние 5 лет количество многодетных в стране выросло на 40%, в том числе благодаря семейному капиталу. Депозитные средства можно потратить на образование, медицинские услуги, а также на жилье. В Гомельской области завершают первый этап вакцинации от COVID-19. В дальнейшем в юго-восточный регион должно поступить около 170 тысяч доз вакцины. На прошлой неделе сюда доставили почти 4,5 тысячи доз «Спутника Ви». Прививки делают наиболее подверженным риску инфицирования коронавирусом медицинским работникам. Вакцина, напомним, состоит из 2 компонентов. Сейчас завершается ввод первого. Через 21 день всем привитым сделают инъекцию со вторым. Продажи в белорусских интернет-магазинах за год выросли на 40%. По оценке аналитиков, это самые высокие темпы роста за 4 года. В денежном эквиваленте это 2 миллиарда и 300 миллионов рублей. Эксперты отмечают, главная причина – перетекание спроса из офлайна в онлайн коронавирус. Это стало стимулом для многих компаний продавать товары через интернет.